Зимняя республиканская спартакиада работников нефтехимического комплекса, не состоявшаяся в прошлом году из-за отсутствия снега, на сей раз прошла и не просто при значительном количестве снега на трассе, а еще и при сильном морозе, что являлось дополнительным испытанием для участников турнира, среди которых была и наша команда во главе с председателем первичной профсоюзной организации Открытого акционерного общества Мозырский НПЗ Белхим профсоюза Алексей Степанович Чуманевич и капитаном спортивной дружины Владимиром Николаевичем Беляем. Приняли участие в республиканской спартакиаде зимней. Всего в соревнованиях было три вида спорта. Это бильярд, пулевая стрельба и лыжные гонки. Наши лыжные гонки, они были разбиты на две категории. То есть в личном зачете 5 километров дистанция у мужчин и 3 километра у девушек. И в эстафете. То есть я непосредственно участвовал в лыжных гонках традиционно. В личной гонке на дистанции в 5 километров занял 7 место среди всех стартовавших. Всего бежало 27 мужчин. Вот. И в эстафете мы заняли также 7 место. И по итогам двух гонок мы заняли 7 место. Кроме Владимира Беляя, в лыжной сборной Мозырского НПЗ выступали представительницы из Дюшор Жемчужно-Полесья Анастасия Горбачева и Жанна Туровец, а также начальник Королы участка охраны нефтеперерабатывающего завода Александр Новоселов, его тезка, оператор производства по переработке тяжелых нефтяных остатков Карпов. Я непосредственно участвовал в лыжной гонке в индивидуальном плане, то есть я вне конкурса бежал, но по итогам, по времени я был 12-й. Ну, учитывая возрастной коэффициент, 4-й. Ну, опыт у меня уже большой, я уже лет 20 на лыжах бегаю, даже больше, наверное. Тяжело было, конечно, потому что в отсутствии снега прошлой зимой и набирать форму, это было тяжеловато по сравнению с теми людьми, которые живут севернее, там, Витебская область. Вот всем попроще было, у них и условия там есть, трассы, а у нас... Тут условий как таковых нету, просто сами выбираем себе лыжню, где-то топчем и бегаем, готовимся. Кроме лыжной гонки, зимняя спартакиада включала в себя бильярд. Здесь хорошо выступил представитель 5-го цеха МНПЗ Артем Кунгер, занявший 7-е место. И просто блестящие показатели в полевой стрельбе у Олега Смолюги, 14-й цех, 3-е место. И Татьяна Чегорская, 11-й цех, 2-е место. Также вице-чемпионами стали наши стрелки в команде. И позволило это все подняться сборной Мозырского нефтеперерабатывающего завода в итоговом протоколе на 2 строчки выше по сравнению с прошлым турниром, заняв 5-е место в республиканской зимней спартакиаде работников нефтехимического комплекса.